Девчонки, привет! Помните, у нас в прошлом каталоге была акция вот на такой наборчик пилинг и крем защитный с SPF 50. Вот он мне пришел. А вот это уже у меня заканчивающийся NovAge пилинг. Все уже там вообще капелюшечка осталась. Я уже настолько влюбилась вот в этот пилинг. Он действительно работает. Он действительно все, что заявляет производитель, выполняет на все 100%. Это классная штучка, которую я использую 2 раза в неделю. Сейчас я попробую достать. В общем, вот он, новейджик. Здесь аннотация, все рассказано, как им пользоваться, как применять. Все рассказано, все показано. Он такой белой консистенции, наносится легко. Можно лопаточкой, можно кисточкой. Так, а вот этот кремчик для солнышко защита, да, то есть после комплексного ухода мы наносим этот кремчик, да, чтобы защитить нашу кожу от фотостарения. Вот он идет с защитой 50. Ну, он, так сказать, с такой хорошей скидкой шел, да, и в таком вот наборчике. Сейчас осень, конечно, он не пригодится, да, но я его положу в холодильник и как только начнется весна, как только начнется теплая погодка, я его начну использовать. В общем, по необходимости он используется, да, чтобы защитить себя от солнышка, чтобы не было пигментации, не было веснушек. В общем, вот такой наборчик на Вэйдж. Еще хочу вам показать. Мне пришло масло ночное Элио. Сразу скажу, что я от него просто в восторге. Консистенция отличается густотой от тех масел, да, которые нам приходят, ну, которыми я пользовалась. Вот это ночное, оно более такой плотной консистенции. Аромат вообще, конечно, шикарный. Я уже его испробовала. 2 раза наносила. Конечно, шикарный эффект. Эффект шикарный. Что тут про него на русском языке, где бы еще найти? Так, это... В общем, я не помню, но тут, по-моему, 5 масел. Ночное восстанавливающее масло для волос. Наносится 2-3 капли масла на сухие или влажные волосы от середины к кончикам. И оставить на ночь. Не надо смывать. Тоже вот такая вот новиночка. Пользуюсь и радуюсь. Так, еще мне пришел мой заканчивающийся почти... мой заканчивающийся и любимейший тональный крем Aqua Boost. Сашуля. Aqua Boost, а он тоже идет с SPF защиты 20-ка. Ну, он, конечно, тоже уже мой фаворит. Я его обожаю. Он хорошо увлажняет, он хорошо ложится на кожу. Он прекрасно справляется с поставленной задачей. Он такой плотненький. Не сказала бы, что он прям такой не тонким слоем ложится. Он такой плотненький и хорошо заполняет, если у вас есть морщинки. В морщинки хорошо заходит. Хорошо скрывает веснушки, да, где-то что-то вот тут подзакрыть, подзапрятать на 2 слоя. Вообще просто очень-очень круто. Короче, вот это вот мой один из любимейших тональных кремчиков. Ну, вот он у меня уже почти заканчивается, и поэтому я его себе взяла на запас. Так, мне еще пришла помада. Я уже вам вчера ее показывала, да, от Oriflame. Анколор, конечно, вообще она такая классненькая, плотная текстура, наносится вообще идеально, смотрится на губах тоже очень круто. За такую цену, за 129 рублей, минус еще наша скидка 20%, она нам вообще достается, я считаю, вообще просто даром. Я советую всем такую помаду взять, попробовать, затестировать ее на своих губках, потому что она действительно за такую цену можно сразу штуки 3 взять. В общем, вот так вот поделилась с вами.